И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жек, и сегодня, ребята, я буду играть с Кириллом в голодные игры с оружием. Кирилл. Не, ну этот раз я его убью в конце, ребята, честное слово, я просто возьму свою пачку и застрелю. Да, потому что в прошлый раз я тебя уничтожил, просто как лоха. В принципе, да, просто Ничего, уважайте, месяц будет за нами, ты, главное, не переживай. Да, ребята, ставьте побольше лайков, чтобы мы чаще снимали с Кириллом вместе и голодные игры с оружием. Да. Короче, нас это, кстати, опять узнали, вот. Я класс не выбрал, прикинь. Короче, ты где? Я тебя не вижу. Я вот тебя тоже не вижу, значит, мы в одном виду. Да, но я, в принципе, вижу твой имя. Ну что, хорошо, короче, на центре мы встретимся. Да-да-да. Вау, это карта из обычных голодных игр. Oh my fucking hardness! Так, почему я снова падаю? Что? Так, я взял пушку. А я ничего не взял, короче, я вижу тебя, беги, я бегу за тобой. А-а-а! Стреляют, кидаются. Все, бегу. Что за хрень? Меня почему-то назад. Господи, бомбят. Так, ай, стреляют сейчас будут по мне, наверное. Это подписчик или кто это? Не знаю, я за тобой бегу. Жек, просто валим отсюда. Да, я просто нахрен. Вот опять я уверен, что мы убьем всех подписчиков. Вот. Так, а ты где? Блин, а где сундуки? А ты где? А, вы видите. Сундуки. Мне кажется, они снизу. Вот если сюда прыгнуть, стой, куда ты бежал. Мне кажется, здесь есть сундук. За тобой кто-то бежит, Жека. Иди посрать. Кто-то бежит, я вот... А, это наш. А он меня стреляет, Джека! Он тебя... В смысле? Кирилл! В Кирилла не стреляй! Конченый ублюдок! Тупой дебил! Сейчас его уничтожу. Так, короче, все, он тебя начал стрелять, мы сейчас его уничтожим, понял? Не стреляй! На! Убил его, нуба этого. Вообще падло, начал тебя стрелять просто. Еще вооружек, понимаешь? Это, понимаешь, это не истинный подписчик, он стреляет в тебя. Он еще тебя не знает, значит, он лох. Да я просто его нечаянно пырнул, но это не важно. Но все равно, не страшно. Ты случайно, а он тебя не случайно, он тебя просто стрелял. Ты дай дым? Давай, стой, я тебе нужна кнопочку. Стой. На. Спасибо, это, конечно, мне очень сильно поможет. Ну, у меня осталось еще одно яблоко. Я могу тебе его дать, в принципе, если ничего не надо. Да. Хорошо. Просто у меня два сердечка, боюсь, я умру. Ну, ты, главное, не переживай. Ой, я нашел этот автомат и нашел еще арбузики. Дай арбузики. Мне автомат. Сейчас. Так, на. А патроны к нему я у тебя хз. Вроде бы эти. На тебе еще два арбузика. Ладно. Арбуза, пожалуйста, мне надо отрегенерироваться. Че ты как-то это? Че ты как-то темно стало? Мое. Так, я забегаю в домик. Тихо. Я забегаю в домик. Тихо. Так, там есть, вы слышишь, там нам можно попасть как-то на... Привет, с вами я, мы играем в Warface. На этаж, можно. Мы играем в Warface, в Майнкрафте. Так, а где? А что? Окно открыто. Валим отсюда. Ладно. Так, нам нужны сундуки. Слышишь, тут какой-то рычаг. Дебил! Сзади! Так. Стоп. Подписчик? Он дал мне пистолетик. Нормально. Дал оружие, дал гранату. Мне кажется, это граната... А! Ой! Ты стреляешь? Да. Молодец. Еще. Молодец. Помнишь, какой там... Как оно... Тебе не нужна еда? Нет, Вильям Уровнс, помнишь, там... Молодец. Молодец. Так. Или как это? Ой! Ну кто стреляет? Хватит стрелять. Пойдемте. Вперед. Вперед, команда. Я, пожалуй, поем. Ой, сундуки артресторились в центре карты. Понял? Ты. Вау. Мне кажется, здесь тоже они артресторились, поэтому можно здесь посмотреть. Вот, вас строят, да, нас строят. Да, ДА. Так. Вас трое, как бы. Нас двое. Так это же пишет нету чувак, который вот сейчас видишь? Ты понимаешь, что это смысл заложен в его предложении. Я на крыше в вас стрелял. Ах ты шуб! Так, Кирилл, за нами следи... Огнемет, Кирилл, огнемет! Ой, тебе дали монтировку, на, возьми. Да ты себе возьми, мне вообще посмотри. Слышишь, к нам кто-то заходит? Да, я его сейчас уничтожу. Я его сейчас просто возьму и уничтожу. Там на улице. Я его сейчас уничтожу, не переживай, где там, где он? Пока что я убиваю, мам. Ну как отсюда выйти? А, вот как я же. Я понял. Так, надо его найти и убить. Скалп. Так, я стреляю, сейчас будет просто снайпер к нему. Ой, косой я. А я за ним с дробовичком. Так, короче, надо его убить, все. Вперед! Вперед, команда!
Команда, команда. Братство, братство, просто братство. Так, тут кто-то был. А куда он побежал, я не понял. Тоже не понял, может он спрятался в пещерах? А! Кто? Кто, кто? Это наш, это наш? Где не наш? В кого он стреляет? А, он убил его? Ну ладно. Подписчик что-то какой-то тайшер нас оказал. Ну, короче, Кирилл, он же его убить, в конце, он же нас убьет же. Он же нас убьет, Кирилл, он же его уничтожит. Кирилл, мне нужно тебе дать кое-что. Стой, остановись. Я тебе даю вот такие вот замечательные ботиночки. Все-таки меняете. Ой-ой-ой, там чувак! Стреляем по нему! Ага! Я одевался. Ага, он говорит, стой, вот ты. Ты по нам стрелял. Мы тебя напишем, мы тебя уничтожим. Ой. Пишет, не будет. Мне кажется, нет, нельзя. Голодных характеризаций можно бежать! Молодцы, молодцы. Очень хорошо. А, ну блин, реально, а вдруг он нас потом за спины убил и все, и вообще. Да. Понимаешь, предателя нельзя тут. Не будет он больше. А посрать, уже все. Уже всё, слишком понимаешь. Поздно. А у тебя есть еда? Есть еда. У меня вообще закончилась еда. Жек, тебя похилить? У меня хп-то дофига, у меня нет еды. Ладно. Пошёл похилить нашего парня. Себя. О, у меня есть АВП. АВП есть и еда, прикинь. А так, я буду через АВП стрелять. А, это фигня. А, так, я дам подписчику. Чего интересного? Ничего интересного. Ну, ничего и не выпал. Так, еда, спасибо. О, всем восстановили полностью хп. Вау. Нафиг я поел. Меня дебил, да? Зовут меня Евгений. Так, где? Пойдём, вперёд. Вперёд! АВП, просто. Я, конечно, не АВП какой-то, а L118A, но, в принципе, это АВП. Понимаешь, да, Кирилл? Да. Держите за задумку. Так, все, пойдем. А как перезарядить оружие? Смотри, тут 10 патронов, нужно их все потратить, чтобы перезарядить. Ты где же? А, я возле поезда. Я возле поезда. Я так. Бегу к поезду. О, сундук. Сундук. Чтите. Там Крис Вектор какой-то. Ну, короче, я его заберу. Типа UMP. О, чарычак. Э? А? Что-то где-то открылось. А, нет, вот этот сундук открылся. Понятно. То есть логично предположить, что его уже смотрели, значит он отресторился, значит все сундуки отресторили, значит это очень хорошо. Так. Значит, какой-то. Блин, не смог взять. Возьмите сундук там наверху, на дереве. Я на дереве сижу. Вокруг нету ни одного противника. У меня дробовик! Дробовик! Please! Дробовик уже. Keep your там fucking please! Как там это? Bitch, please! Ну блин, как это? Ну типа, да какой-то чертов гик. Ну, как там это? Hey, bitch, keep your fucking sick. Bitch, please, you make me fucking sick. А, вот, да-да-да. Так. Тут головы крипера лежат. Крипсер. Где противники? Убивают! Почему я думал? Я просто по тебе пострелял. А, ты по мне постоял. А что у меня было? Прикинь, короче, я грубо комп выключился, а потом как-то включился, и до сих пор все равно в этой игре. Да. Мне кажется, его надо убить. Да зачем? Зачем? Не убивай. Кирилл. Кирилл, что ты сделал? Кирилл. У меня есть питон. Я тебе что-то мозги. Мы убили его. На, яма. Блин. Жак, я не хотел его убивать, честно слово. Да зачем ты его убил, реально, это же подписчик. Ты! Предатель! Ты предатель! Ах ты ж тварь. Не надо, мы еще не всех убили, Кирилл, ты че, дурак? Давай попробуй ко мне подойти. У меня, блин, хп мало осталось, что не убил меня. А, все, меня отхилили. Спасибо, спасибо, великий бог этого решения. Пожалуйста. Так. Так что... У него должен был быть арбалет, давай мне его сюда. Кирилл, как ты? Ты зачем? Ты убил подписчиков. Блин, у него была какая-то броня? Есть какие-нибудь штаны? Я не знаю, что-нибудь такое вообще есть? Штаны... Ну, у него я сейчас тебе дам. Такая штука была. Да, спасибо, мне железная, правда. Блин, что это такое?
О, я нашел прикольное оружие, которое... Там еще один сундучок. В убийстве тебя. Это, уважаемые зрители, вы не переживайте. Главное, понимаете, нам нельзя доверять. Если вы нас нашли, и все-таки у вас получилось нас задобрить, убивайте нас в спину, потому что... Нет, только Кирилла может убивать, да не надо, хорошо? Ребят, это все Кирилл, я не знаю. Короче, смотри, у меня сейчас еще один тест. Предательство и ложь в Майнкрафте, господи. Это Санта-Барбара. Кирилл, смотри. Я сейчас буду тестить парашют. Вот всем подписчикам, которые писали, что он дебил, что он... Я говорю, что он не работает, смотрите. Прыгаю и нажимаю все кнопки мыши, которые только могу. Вот что, сработал? Нет. Как его использовать? Напишите в комментариях. У тебя в руках? Да. Что, нужно как-то одеть, что ли? Может, два раза пробел нажать? Right click был... Короче, смотри, нажмите на правую мыши, чтобы вот, в принципе, это написано на нем. Нажмите правую мыши, вот я нажимаю. А ты больше верю тому, что написано. Так, нам нужно найти врагов. Где враги? Где враги? Жек, я тут секретную кнопочку нашел. Какую? Давай, покажи. Смотри. Давай. Хап. Да. Тут еще одна. Хап. Да, еще одна. Да. Ну, нажимайте на все кнопки, которые здесь есть, хорошо? Тут их, в принципе, совсем немного. Где сундуки? Мила в ревайнд. Ам-нам-нам-нам-нам. Где сундуки? Вот ушел сундук. Пила. Бензопила. А бензопила это типа алмазный меч, да? Ну тут это вроде того. А нет, железный. Ладно, пригодятся. Ну, в принципе, все равно это лучше, чем ножик. Как тебя... Ну, ножик это типа деревянный меч. Ну, я тебя, в принципе, уничтожу. Где враги, мать твою, идти? Ты где сам? Я на крыше сижу. Я на крыше сижу. Ну, да. Оп, а где ты? Я под в центре города этого тупого. Города? Я бегу. В центре города. И что, я в центре города, и ты где ты? Ты не в центре города, потому что я в центре города. Кирилл, где ты? А, понял. Ой! Ой. Ой. Кирилл! Кирилл, чё это до хрена? Кирилл, по мне все стреляют! Я вас вою! Кирилл! Кирилл, хелпуй! Своих только в меня только не стреляют! Где? Это ты? Нет, это не ты! Стреляю! Вот нахрен ты убил подписчика, он бы сейчас нам помог! А, это подписчик был! Помоги! Это помоги! Был еще один подписчик, 3 хп, 3 хп, 3 хп! Кирилл, пожалуйста, хелпуй, пожалуйста! У него миниган! Вали, Жека! Я убил его! Ой! Пожалуйста, давай отрегенимся и потом будем драться! Жек, остался еще один. Да? Еще остался? Подожди, тогда дай я отрегенюсь, хорошо? Жек, тебе помочь? Я его вижу, Жек. Где он? А, возьми. Это я не тебя, я хочу перезарядиться. Вон он там. Все, я сейчас его с огнемета завалю. О, вижу его. Где-то там вот. Где? Где-то там. Ага! Все, вперед, в атаку! Зум! Бах! Ай! Бах! Тихо. Регенимся. Сейчас его уничтожу. Зум! Так, сейчас он вылезет, я его чпокну. Так, давай его уничтожим, пожалуйста. Мне бы хоть чем-нибудь... Меня бьют! Меня чуть не убили. Кирилл, почему ты не предлагал? Жек, ты главное не переживай. Ты его уничтожишь? Давай, уничтожь его. Давай! Кирилл, ты сможешь, я в тебя верю. Ой, у него это. Он стрельнул, не попал. О, нормально, ты попал, давай. Ну, миниган очень мало отнимается, так скажу. Давай! Я уверен, у него лоу хп, просто у него лоу хп, Кирилл, давай, ты сможешь. Ура! Кирилл победил! Я на третьем месте! Да. Йо. Ребят, на этом мы закончим. Если вам понравилась данная серия, то обязательно влепите лайк, если вам понравилось. Да. Если не понравилось, влепите комментарий. Поэтому подписчик нам был родным.
А мы его убили. Понимаете? Да, мы его убили. Кирилл его убил. Да, ну, хочу напомнить. Да. Просто страсти мордасти. Пока.